Русские своих не бросают, даже на отдыхе. Если что-то складывается не очень удачно, то теперь есть с кем это обсудить. Служба срочной психологической помощи для путешественников появилась в России. Туристы за границей часто попадают в стрессовые ситуации. В незнакомой стране без знания иностранного языка даже обычная потеря гида на экскурсии вызывает панику, не говоря уже об утрате документов или травме. Чтобы помочь туристам взять себя в руки, в России начинает работу психологическая помощь. Достаточно позвонить по телефону, он сейчас на вашем экране. Звонок доступен из любой точки мира. Специалисты-психологи работают круглосуточно. Причем помощь будет оказана совершенно бесплатно. Заплатить придется лишь за звонок в роуминге. Хотя, если вызов сделан за счет вызываемого оппонента, в разговоре вам не откажут.